Та гарненькі в них спідниці. Да. Так, так. А ще мають на полиці присматнющі паляни. Одна калина за вікном, одна родина за столом, одна стежина, що до дому йшла сама. Одна любов на все життя, одна шурба до забуття. І Україна, Бог на свій нема. Як з водиці, вони люблять печериці, полуниці та суниці, мружать очі, як лисиці, та гарненькі в них спідниці. Так, так. А ще мають на полиці присматнющі паляниці для дітей, мамусь, для китці, а для захисту рушниці. Розкажи мені, смереко, чого ти так рустеш далеко, чарівна моя смереко. Україна, Бог на свій нема. Одна калина за вікном, одна родина за столом, одна стежина, що додому йшла сама. Ви б за Галкіна голосували? Конечно, конечно. И я думаю, что и россияне бы голосовали. Вот Зеленский показал, может, как может... Может, в этом и план? Может, это и есть план? Вот я могу предложить такое россиянам. Подумайте. Добрый вечер, господа. Я собрал вас всех сюда, чтобы выбрать президента на ближайшие года. Я устал. Я ухожу. Шутка. Добрый день, друзья и недруги. Давненько мы не вспоминали иностранного агента Максима Александровича Галкина. Да, я слышал эту песню «Предать забвению», «Забыть», бла-бла-бла. Если предать забвению, как в свое время предали забвению Алексея Серебрякова, якобы, человек потом вернется спокойно и будет здесь с успехом гастролировать. Я не возражаю, чтобы он гастролировал, если на то есть воля аудитории. Но мне представляется правильным, чтобы эта самая аудитория знала и помнила о высказываниях этих артистов. Максим Галкин, тяжеловес. Мне кажется, этого достаточно, чтобы вы задержали свой экранов еще на несколько минут. Хочу вам напомнить, что каждую субботу на нашем канале «Россия-1» выходит новое игровое шоу «Кто хочет стать Максимом Галкиным?».
принципе, смысл тот же, что и в программе «Кто хочет стать миллионером». Только в этом случае Максим отвечает на вопросы сам. Для тех, кто еще не подключился к игре, напомню правила. Пятеро игроков задают вопросы на разные темы, по пять от каждого участника. Если Максим отвечает правильно на поставленный вопрос, игрок выбывает. Если нет, игрок переходит в следующий тур. Ну, а остальные нюансы давайте обсудим с Максимом лично. Сегодня он у нас в студии. Здравствуй, Максим. Доброе утро, Максим. Рано просыпаешься. Да. Приятно. Зарано, потому что мы еще раньше позвонили, чтобы приехал. Ты вообще не пожалел, что ввязался в эту интеллектуальную схватку? А я думал, ты не пожалел, что так рано встал? Это второй вопрос. Надеюсь, нет. Сейчас я еще чай не пил с утра. Горячий, даже сам. Ну, ты не представляешь, кипяток. Можно обжечься. Я, нет, конечно, не пожалел. Мне очень нравится эта программа. А откуда появилось название? Сам придумал. Я название сам придумал. Зачем? Ну, потому что мне показалось, что название, которое форматное... А какие варианты были? А какое форматное название? По-моему, пять... Как там называется? Оно называется «Пятеро против», ну и дальше фамилия. Mm-hmm. То есть, по идее, должно было называться «Пятеро против Галкина». Ага. Ну, что-то как-то «Пятеро против». Кто? Mm-hmm. Надо, чтобы все были «за». Поэтому я придумал такое вот название. Мне показалось оно веселым, по аналогии с «Кто хочет стать миллионером». И главное, скромное очень. Ну, да. Тебе трудно приходится, вот когда отвечаешь? Да невероятно мне легко приходится, потому что я больше всего люблю отвечать на умные вопросы. Багаж, наверное, у тебя, понятно, большой, но все-таки ведь бывает ситуация, когда, ну, теряешься. Кто тебе помогает в этом случае? Интуиция или ты как-то специально готовишься? Нет, я никак специально не готовлюсь. Невозможно подготовиться ко всем человеческим знаниям одновременно. Тут уж что знаешь, то знаешь, что не знаешь, то не знаешь. А вот нет боязни, что люди смотрят и говорят, нет, тут Борис Бурда бы ответил. И Друзь тоже бы ответил. Безусловно, безусловно. И я думаю, что многие люди, многие критики, журналисты могут даже сказать, его место должен занять Вассерман или там Друзь. Но, во-первых, это негуманно по отношению к тем людям, которые приходят и хотят... Да нет же. К тем людям, которые приходят и хотят выиграть что-то на этой программе. Потому что там тот же Вассерман шансов не оставит. А те деньги, которые выигрываешь ты, куда они уходят? Да я ничего не выиграю. Нет, то есть эти суммы, которые... Ну как, если объясняю. Ты отвечаешь на вопрос... Да, 20 тысяч рублей. 20 тысяч рублей, говорят, уходят, да. Накапливается так называемый призовой фонд. И призовой фонд достанется тому игроку, на чьи 5 вопросов я не отвечу. На все 5. Вот. Галкиным, если Максим Галкин ничего не выигрывает. Я сейчас и это объясню. Это хороший вопрос. А вот, например, сейчас, на данный момент, после двух программ с обычными игроками, призовой фонд составляет 280 тысяч рублей. Так. Значит, если в этой программе, которая будет в эту субботу в 7 часов вечера на канале «Россия-1», если даже и в этой программе никто не выиграет, значит, призовой фонд пополнится. На какую сумму? Это будет зависеть от того, как будут играть. И он будет копиться. Но рано или поздно все эти деньги все равно перейдут кому-то из игроков. Просто это может достичь миллиона, 2 миллионов. Да. Не имеет значения. То есть в этой программе ты просто получаешь удовольствие. А можно подумать, что в программе «Кто хочет стать миллионером» я раздавал свои деньги. Отвечая на ваш вопрос, зачем становится Максим Галкин, я не знаю. Когда я придумывал это название, сейчас немножко его так переосмыслили. Такое впечатление, что тот, кто выиграет, он станет Максимом Галкиным. И ему перейдут юморески, замок и несколько квартир в Москве. Но в действительности смысл был не в этом. Смысл был в том, что каждый игрок, который приходит на эту игру, он отчасти становится мною в той роли, в которой я пребывал 8 лет. Да. Они задают вопросы, они получают возможность, пусть на короткое время, но побывать в моей шкуре, поизмываться над человеком, который задает вопрос, спросить у него ответ, предложить варианты. Вот что я вкладывал в это название. Хорошо. Ну что, остается только напомнить о том, что ближайшая программа, ближайшее шоу «Кто хочет стать Максимом Галкиным» состоится в эту субботу в 19:00 на канале «Россия-1». В 7 вечера, не пропустите. А потом мы обсудим следующую пятницу в нашей студии, как прошла игра. Поддержка вас тоже приоритетно. Ну и с вас мой спрос тоже в приоритете. Вот такая загогулина получается.